Наши там тхэквондисты в Эстонии выступили по кикбоксингу с лоу-киками на играх доброволе. Почти все выиграли у кикбоксеров. Кикбоксеры проиграл только один травмированный и один тренер, который не тренировался так на шару со всеми. Нифига себе, легко. Я видел, как кто-то уклонялся, и чтобы прям лечь полностью, надо было закрыть головой, если не идет. Ух ты!